Сегодня в Рио губернатор региона Алексей Русских впервые выступил перед членами областного правительства. Его представил полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Полпред поблагодарил экс-главу региона за проделанную работу и отметил его огромный вклад в успехи Ульяновской области. Область стабильно входит в число наиболее привлекательных для инвесторов регионов России. За 16 лет объем инвестиций в основной капитал в Ульяновской области вырос в 7 раз. Только по итогам сложного во многих отношениях 2020 года в экономику области поступило более 80 миллиардов рублей. Я горжусь тем, что благодаря поддержке президента нам удалось серьезно нарастить продолжительность жизни, что стали появляться новые рабочие места, что стали открываться новые современные предприятия и бизнесы, что построены уникальные медицинские учреждения, школы, детские сады, культурно-оздоровительные центры. И сегодня Алексей Русских обозначил первоочередные задачи, решением которых он займется на посту главы региона. Это рост экономики, развитие производства, создание новых рабочих мест и реализация национальных проектов. На самом деле динамика есть, динамика положительная. Вот. Мы будем дальше, подхватим эту работу. Основное мерило моей деятельности, как я вижу, это благосостояние людей и их благополучие материальное. Надо понять, какие есть болевые точки, на чем будем сосредотачиваться. Ну и, конечно, основная сейчас задача, которая стоит, это формирование правительства. Работу в новой должности Алексей Русских начнет со знакомства с регионом. В ближайшее время он посетит все районы области.